Компания Capture the Flag Films представляет. Совместное производство компании Capture the Flag Films и Le Pact. В сотрудничестве с CoreCap and Fond Backup. При участии Canal Plus и Cine Cinema. Матиас Риволан. В фильме снимались Клод Перрон, Жан-Пьер Мартен, Эрик Эбуани, Аурельян Рекуанг, Дуду Маста, Антуан Оппенгейм, Джо Престья, Ив Пиньо. Продюсер Рафаэль Роше. Элегантен, как всегда. Зачем ты это носишь? Перестань. Старинное украшение тетушка подарила. Говорила, что это мой амулет. Я знаю, что вы задумали. Нет, ты ошибаешься. Кесэм, не лги мне. Только не ты. Я знаю, что вы хотите сделать. Я уже потеряла мужа. Не хочу лишиться всей семьи. Послушай меня, Кэсэм. Ты единственный, кому я верю. Пообещай мне одну вещь. Обещай, что они все вернутся. Живыми и здоровыми. Ну же. Я тебе обещаю. Режиссеры Юник Дахан и Бенджамен Роше. Я думал, что это заброшенный дом. Нас могут засечь. Ну и что? Войдем, сделаем дело и уберем всех, кто будет мешать уйти, ясно?
Вперед, вперед! Слушайте, ребята, идите уже. Сам вали, придурок, понял? Что? Давай, вали, достал уже. Зайдем сзади. Хименес, мы пришли не резню устраивать. Ну все, твоя совесть чиста? Но кажется, ты не понял. Без резни у нас не получится. Не забывай, мы пришли за братьями Меркьюди и только за ними. Кесэм, ты хороший мужик. Но ты, похоже, забыл, что мы здесь делаем. Мы пришли устроить бойню. Пошли! Кесэм, они же враги. Не путай. Стая. Ну, тихо. Что вы здесь делаете? Ты кто такой? Я охранник. Ну, был, по крайней мере. В этой дыре охранять-то уже нечего. А вы? У вас операция? Будете брать бандитов с последнего этажа? Сколько их там? Не знаю, 7-8, наверное. Не считая поганцев вокруг дома. Еще кто-то на этаже есть? Нет, здание пойдет под снос, слышали? Этим гадам из префектуры наплевать, что людям жить негде. Осталось несколько семей. Им просто некуда деваться. Не думал я, что увижу такое во Франции. Ладно, иди к себе. Ты нас не видел. Живо. Кем они себя возомнили? Это мой дом, мать вашу. Выкурим их и уберем всех, кто выбежит. Тони, на тебе дверь. Вы двое прикрывайте с обеих сторон. Никому не двигаться до моего сигнала. Они у нас запоют Марсельезу. On les fume, je te dis. On les fume. Ça ne sert à rien.
Из этой штуки не промахнусь. Заткнись сейчас же. Можете не беспокоиться. Это лучше ваших хлопушек. Заткнись. Тони! Тони! Да я вас на куски разнесу! Не двигайся, понял? Дай сюда! Что за хрень? А ну-ка посмотрим. Какая прелесть. Ты кто? Ты кто? Я их всех замочу. Нет. Давай, пошел. Шевелись. Ты иди туда. Живо. Спустись вниз, скажи остальным. И чтобы ни одна собака в здание не вошла. Ясно? Отпусти, скотина. Отпусти. А ну заткнись, ты! Я сказал, заткнись! Смотри на меня. В глаза смотри. Что вы здесь делали? Сколько осталось снаружи? В глаза смотреть. В глаза мне смотри, я сказал. За своим засранцем-стукачом пришли, да? Стукача своего ищете? Черт, была мой костюм. Я тебе не горничная. Надо дверь закрыть, все слышно. Как же ты меня достал? Ни хрена не понимаю. Можешь бормотать что угодно, я все равно ни хрена не понимаю, так что заткнись. Черт. Отпусти его. Хочешь так же кончить? Скажи. Посмотрите на них. Пришли вчетвером с вашими дурацкими игрушками и думали, что у вас все получится? Мы взяли легавых, и они у нас до сих пор живы. Ну что ты скажешь, а? Что ты хочешь делать? Алла. Они не одни пришли. Надо разбегаться, пока их дружки нас не повязали. Будем сидеть здесь, пока эти скоты не скажут, что нас ждет снаружи.
Через верх не выбраться. Надо забаррикадироваться. Брось, времени нет. Говорю тебе, они будут молчать. Он прав, надо кончить их сейчас. Нечего дожидаться. Стойте! Снаружи никого нет, мы пришли одни. Издеваешься? Издеваешься? Вы что, весь участок на ноги подняли? Отвечай. Отвечай. Я не знаю, кто это. Можешь размахивать пушкой, сколько влезет, если нравится. Мы пришли одни, хотели поквитаться за Ревалана. Гад. Да замочи ты их всех. Это все из-за какого-то легавого? Что происходит, Аде? Черт! Thank you.
Уйди с дороги. Сукин сын! Это невозможно. Что это за хрень? Я же его замочил! Как он мог встать? Черт, как! Стоять! Черт возьми, Аде! Черт! Аде! Скоты! Туда, скорей! Туда! Держите, крепче! Держите! Они сожрали Чеха. Они сожрали Чеха. А теперь за нами придут. Они нас тоже сожрут. Бала, Бала. Они не придут, Бала. Не бойся, брат. Я выведу вас отсюда. Кесэм, в чем дело? Что это за хрень, Кэс? Thank you.
Они вернутся. Они вернутся за нами. Настал конец света. Кажется, путь свободен. Надо поторопиться. И что дальше? Ты видел, что они с чехом сделали? Они у него полголовы сожрали. Прекрати истерику, Бала. Если стрелять в голову, им хана. Все бесполезно. Ничего не сделаешь. Слышите, все бесполезно. Настал судный день. Вы их видели? Они одной рукой двери вышибают. Зубами внутренности выгрызают. Сколько в них ни стреляй, поднимаются. Их нельзя убить. Они и так мертвецы. А у входа в дом их целые толпы. Все кончено. Что ни делай, нам не выбраться отсюда. Мы пропали. Вы что, не видите, что мы все умрем? Все умрем. Заткнись. Вы как хотите, а мы смываемся отсюда. Да ну. По веревке думаешь спуститься? Единственный выход там. А на всех 15 этажах беснуются мертвецы. Как ты собираешься отсюда выбраться? Не слушай, Хаде. Мотаем отсюда. Послушай меня. Вас всего трое. Ты, твой брат и этот умник. Немного. Судя по тому, что творится внизу, я бы за вашу шкуру много не дал. А вместе у нас будет шанс. Кес, ты спятил? Кес, ты что несешь? Между собой разберитесь сначала. Ты что, с ума сошел? Заткнись. Все согласны. Слушай, я тебе не друг, и, честно говоря, мне на тебя плевать. Я хочу выбраться отсюда живым, а с тобой у нас больше шансов. Либо соглашаетесь, либо покончим дело прямо здесь. На раздумья времени не осталось. Выходим вместе, а дальше каждый за себя. Каждый за себя? Он тебе голову морочит. Твоя подружка умеет оружие держать? За меня не беспокойся. Держись своей команды. А ты своей. Нам нужно оружие и медикаменты. У тебя что-нибудь есть? Оружие точно есть. С остальным разбирайся сам. Стоять. Никого нет. И тела Хименеса нет. Помоги мне. Вот все, что есть. Забудь ты про эти бабушкины притирки. От этого твоему приятелю куда больше пользы будет. Хватит, Кэс, мне больно. А он дело говорит. Эта штука притупит боль. Уверен? Видишь, твой дружок знает, что ему нужно.
Ты куда? Сейчас вернусь, лежи. Эй, красавчик! Он еще хуже тебя. Ты что, заодно с этими ублюдками? Я знаю, тебе это не по душе. Мне тоже, но выбора нет. Ты же видишь, в каком состоянии Тони. Они нас надуют, Кес. Эти скоты бросят нас при первой возможности. В какое дерьмо ты нас тянешь? Что? Все как раз наоборот. Это ты втянула нас в дерьмо. Ты же спала с Риваланом. Это ты названивала ему каждую ночь с рыданиями. Это ты решила сообщить ему о своей беременности в тот день, когда он ушел брать этих гадов. Это тебе Тони сказал? Какая разница, Аврора? Это ты заморочила ему голову. И посмотри, в каком мы теперь дерьме. Когда закончите, может, попробуем выбраться? Ты знаешь здешние ходы. Как нам отсюда выйти? Нужно держаться подальше от следов крови. И это твой план? Если ты не заметил, все здание разваливается. Лифт не поднимается выше 4-го этажа. Балконы едва держатся. А пожарную лестницу вообще не меняли. Теперь понимаешь? У тебя есть идея получше, Леговый? Я так и думал. Пойдем по другой лестнице. Подожди. Вдруг в коридоре кто? Вдруг в коридоре кто? Иди, Нейтик. Черт! Что это было? Давай, Бола, шевелись. Живо, Джо, мотаем!
Давай! Скорей, стой! Тони! Не стрелять! Черт, Джо! Джо! Он сам разберется. Аде, не лезь ко мне. Аде, Аде. Что ты без меня делать будешь? Тони! Аврора, Тони, я пойду за ними. Забудь им крышка, они покойники, ясно? Ты что, крики не узнал? Иди. Давай, чего ждешь? Двумя легавыми меньше, а нам еще этого тащить. Что? Что ты сказал? Тебе, похоже, весело? Заткнись, Бала. Не трогай, болван. Это называется держаться своих? Ты теперь один остался. Если хочешь, чтобы наш договор остался в силе, уйми свои эмоции. Она жива, я знаю. Если так, ее ждут развлечения. Ты как? Покажи рану. Все нормально. Кровь больше не идет. Эта сучка мне плечо прокусила. Можешь идти? Да. Идем. Мать твою!
Вот это да. Не двигаться! Да опусти ты пушку, я не один из этих. Стоять, я сказал! Вы им тоже задали жару? Классно. У нас заварушка, да? Я будто снова во Вьетнаме. Вы сколько завалили? Скольких эти козлы не досчитались? А я и сказать-то точно не могу. Наверное, не меньше полудюжины. Что делать? Я уже не тот, что прежде. Что ты тут делаешь? Как что? Держу оборону на позициях. Видели, что на лестницах творится? Должен вам сказать, это я им мину припас. Собственного изготовления. Гранаты еще в 64-м закончились. Вы здесь живете? Да. Тебя, похоже, тяпнули, да? Я прав? Нужно что-то сделать с твоей раной. Идем, я знаю, чем помочь. За мной. Не нравится мне этот дед. Возьми у него пушку. Попробуем прорваться к остальным. Лихо его отделали. А, черт! Ну и кто теперь нытик? Дай-ка я посмотрю. Не трогай меня! Не дрыгайся, цыганёнок. Главное, чтобы гангрена не началась. Как он меня назвал? Хватит. Хоть какая-то польза от легавого. Что? А нахрен он вообще меня лечит? Я что, на медсестру похож? Умеешь жгут накладывать? Да ладно. Дедуля, нет чего-нибудь покрепче чая? Полегче. Что это ты делаешь? Готовлюсь тебе ногу оттяпать, дружок. Что? Что ты несешь? Если этого не сделать, кончишь как косоглазый. Но ты не беспокойся, я ногу быстро оттяпаю.
Только попробуй. Чудесно. А ты не встревай. Не так уж он не прав, по сути. Заткнись. Нет, ему обязательно нужно ногу отрезать. Не прикасайся к моей ноге. Спокойно. Слушайте. Отвяжись, дедуля. Я должен отрезать ему ногу. Он совсем рехнулся. Что ты собрался делать? Что он мне тут несет? Что ты хочешь мне сказать? Ты что, спятил? У нас нет выбора. Нужно отрезать ногу. Ничего ты не отрежешь. Я бы не говорил, если бы не был уверен. Ногу, ногу. Тебе что, плевать? Меркюди, что за игры? Не прикасайтесь к моей ноге! Перестаньте! Все, хватит, хватит! Заткнитесь все! Ему надо ногу отрезать. Зря Кэс тебе все это наговорил. О чем ты? Ну, о Ревалане. Ты не виновата. Надо было думать, прежде чем рот открывать. Знаю, но когда Кэс узнал, что ты беременна, он не мог не думать, что... Что, я специально? Вы меня и правда за дрянь держите. Я этого не говорил. Я не виноват. Не виноват. Я жалею о том, что случилось. Ты жалеешь? Что, больше нам нечем заняться? Что такое? Хочешь, чтобы я сказала? А мне плевать на твои извинения. А свою жалость засунь в задницу. Я никому ничего не должна. И мне плевать на тебя. И на Кэсэма плевать. И на всех вас. Ты что делаешь? Вот единственное, что важно. Нет. Нет. Надевай. Ты не можешь меня бросить. Надевай. Если ты меня здесь бросишь, я умру. Умоляю, Аврора, не бросай меня. Ты не можешь со мной так поступить. Надевай, сказала. Не бросай меня. Я же сдохну здесь один. Я не хочу умирать. Надевай. Я не хочу умирать. Умоляю тебя, Аврора. Я не хочу умирать. Ты уже мертв, Тони. Не горячись там, дружок. Не работает. Черт. Лучше займись тем другим цыганенком. Лучше ему не станет, уж поверь. С ним все в порядке, ясно? И он не цыган. Ладно, как скажешь. Но я так говорю, потому что я их видел-перевидел. Когда твой приятель пожелтеет, придется им серьезно заняться. Эта дрянь, между прочим, заразна. Ты меня достал, дед. Эй, ты. Как ты меня назвал? Хватит, Бала. Ну все, хватит уже. Я тоже был молодым, а он еще слишком горячий. Что будем делать теперь? Все нормально, успокойтесь. Здесь мы в безопасности. Дверь я запер. У меня бутылочка припасена, 15-летнего. Что скажете? Ни одному же мне вечно пить. Твоя религия это не запрещает? Тогда сейчас выпьем. Не волнуйтесь, я не верующий. Зови меня Рене. Держи. Религия — это просто страховка на случай смерти, да? Сегодня никто ни во что не верит. Я прав? Это твоя штука хардкор. Как ты сказал? Ну, хардкор, забористая. Хардкор?
Да, отстал я от жизни. Ну да ладно. Я рад видеть, что на свете есть такие парни, как вы. Ваше здоровье, парни. А ты, старик, ты ведь не здесь научился делать мины. Где ты побывал? В южных краях, мальчик мой. И должен тебе сказать, прошел там хорошую школу. Видел бы ты мою жену Клеменцию, был бы тише воды. 120 килограммов живого веса, титьки до колена и кувалды вместо кулаков. Еще подумаешь, прежде чем ухватить ее за зад. Смейтесь, смейтесь. Неординарная женщина. Это меньшее, что можно о ней сказать. Слушайте. Серьезно, когда здесь живешь, выбора нет. Приходится держать ухо востро. Да как и везде, подонки везде найдутся. В этом-то и проблема. Нет, слушай, я не жалуюсь. Клеменция терпеть не могла здешнюю жизнь, а я не против. Сейчас-то, конечно, это дыра, зато после Индокитая мне уже ни один гад спать не помешает, это точно. Повидал я их на своем веку. Смотря какой гад. Не разводи панику, легавый. Что? Без шуток, ты что, легавый? И что же тебя сюда принесло? Пришел творить правосудие. Нет, уменьшить количество жертв. Но дело пошло не так, как ты задумал. Посмотри вокруг, парень. Мир давно сошел с ума. Желтые не первые, кто устроил в городе бардак. Мы жрем дерьмо уже 20 лет. И твоя попытка изобразить мать Терезу ничего не изменит, поверь мне. Но если хочешь знать правду, я тебе скажу. Если сюда попал, значит, ты такой же, как и мы. Значит, ты хочешь быть на переднем крае, и тебя это заводит. Заводит? Скажи. Заводит? Говори. Заводит. Не знаю, слышите ли вы меня. Власти не способны остановить беспорядки и эпидемию. Мы стали свидетелями полного хаоса. Сделайте погромче. В городе действительно полное затмение. Сейчас я нахожусь среди нескольких сотен спасшихся. Они рассказывают о бесчисленных стычках, о гибели множества людей на улицах неблагополучных кварталов. Я сам... Мне только что сообщили, что вступили в силу чрезвычайные меры. В центр города пока попасть нельзя. Я пытаюсь присоединиться к солдатам, на которых возложена задача по эвакуации выживших с окраин столицы на военную базу в Виллу-Кубле, находящуюся на карантине. Мы все надеемся, что этот кошмар закончится как можно скорее. Столица! А нам как эвакуироваться отсюда? Похоже на Абуджу. Говорю же, по лестнице спуститься не удастся. Это невозможно. Ну сколько можно объяснять? Если там вход, это не значит, что и выход тоже там. Хотите проползти 8 этажей и попасть в лапы к уродам, которые хотят нас сожрать? Надо спуститься по прямой и сразу сматываться. Иначе ничего не получится, говорю вам. Я точно знаю. Погоди, я правильно понимаю? Ты хочешь, чтобы мы спустились на крышу лифта, когда мой друг Жозе ранен в ногу, и это еще без учета ублюдков, которые готовы нас сожрать? Потом бежать на военную базу хрен знает где, чтобы тамошние солдафоны, увидев черного, отымели меня во все щели? Ты что, совсем спятил? Если останемся здесь, нам конец было. Ты что, не слышишь?
Снаружи их полным-полно. После того, чем я их угостил, их должно стать поменьше. Пойду займусь дверью лифта. Никогда не сдаешься, да? Хочешь спасти свою шкуру? Закрой рот и слушай. Не корчи себя, начальник. У самого кишка танка друзей спасти. Была, сейчас не время. В друзья ему записался, не видишь? Он нас надует. Меркюди, скажи своему братцу, чтобы отстал. Была. Мне плевать, я замочу легавого и этого старого козла тоже. Была. Давай. Живо. Отдай кокс. Отдай этот чертов кокаин. С этим мне не справиться. Я вам помогу. Возьми, старик. Думаешь? Ты не обязан. После того, что я курил во Вьетнаме, это просто сахарная пудра. Детские забавы. Ну что, дохляки, я уже иду. Пора получить по заду. Это что такое? Я же тут, по крайней мере, троих замочил. Они утащили трупы к себе. А зачем они им? Дай-ка мне твой лом. Молодец, парень. Хватит уже шутки шутить. Ну что ты мне сделаешь? Получила, сука. Уже не такая бойкая, как раньше. Ну, что делать будешь? Что, не выходит? Вот сучка. Где инвалидное кресло возьмешь? Давай. А ты ничего. Позабавимся с ней, ребята, а? Что скажете? Тебе нравятся мужики, а? Она хочет обслужить Рене. Смотри-ка, ну на что способна эта красотка? Вот черт, это же учитель со второго этажа. Так ты с ним спала? Давай, поцелуй его. Поцелуй, говорю. Засос, не стесняйся. Давай, поцелуй его. Давай. Ну же. Давай. Ну давай, поцелуйтесь. Вот так, давай, давай, давай. Хочешь, чтобы Рене тебя поимел, сучка? Точно, точно. Хватит уже. Тебя это забавляет? Что ты несешь? Отвечай, когда я спрашиваю. Тебе нравится то, что вы делаете? Думаешь, ты крутой, да? Ты что, решил, что ты крутой? Отвечай мне! Хватит, Аде. Ты решил, что ты крутой? Решил, что ты крутой. А хочешь, я расскажу твоим дружкам, что с нами делали дома? Забыл уже? Твой брат создаст нам проблемы. Думай, что говоришь. Он не имеет права так с тобой говорить.
Черт! Слышишь? Нужно ему ответить, Бала. Красотка, да? Ты меня просто пугаешь. Почему? Тони! Ничего, все нормально. Аврора. Что, Аврора? Где она? Она пыталась меня... Что? Что на тебя нашло? Ты рехнулась? Ему нельзя было доверять. Психопатка! Пусти. Он становился как они. Но он же был жив, а ты всадила ему пулю в голову. Он же был наш. Черт возьми. Давай, пристрели ее и с концами. Она сделала то, что сделала. Заткнись. Твои эмоции сейчас ни к чему, легавый. Нам не повредит еще один человек. Отпусти ее. Он меня не тронет. Я своя. Я часть семьи. Иди, помоги. Мне уже не 20. Что ты делаешь, дебил? Отстань. Дети, дети. Все, успокойтесь. Заткнись. Что ты делаешь, Бала? Ты, похоже, спелся с этими ублюдками. Сдохнуть с ними хочешь? Забери их пушки. Это он тебе голову задурил? Ему же нельзя верить. А я тебе брат. Брат? Нет у меня больше брата. Ты меня годами за дерьмо держишь. Все, хватит. Мама была права. Ты только о себе думаешь. Только о себе. Ты слабак, Бола. И мы оба это знаем. Не будь меня, ты бы уже лежал на кладбище. Этот цыган не выведет тебя отсюда живым. Брось, Бола, у тебя здесь один брат, и это я. Долго ты не продержишься, сынок. Ты это понимаешь? Отвянь, дед! Бола. Без меня ты не выберешься. Наоборот, Аде. Только так и выберусь. Только без тебя.
Бола! А я говорил, надо было цыгану ногу отрезать. Далеко бы не ушел. Нельзя здесь оставаться. Нельзя здесь оставаться. Нам нужно оружие. Погодите, надо пробраться к консьержу. У психа там целый арсенал. Идемте. Идемте сюда. Без них не выбраться. Кэс. Теперь ты один, Меркьюди. Если хочешь, чтобы договор остался в силе, придется мне довериться. Живей, живей! Они как будто на помощь зовут. Но нет, они хотят есть. Давай. Скорее, идем. Идем. Что я говорил? У него тут арсенал. Рене? Да. Я их заставлю поплясать, гадов. Красавица. Мы их под орех разделаем. Скажи, девочка, похоже, они и тебя разозлили. Успокойся, красавица. Не заблуждайся, Маркюди. Я не забыла, зачем пришла сюда. Я тоже. Ну все, идем. Нет, погоди. Мне эта штука больше не нужна. Вперед, легавый. Рене готов. Черт возьми. Цыган пошел туда. Что ты делаешь, Маркюди?
Бола! Отпусти его. Давай, поднимайся, сукин сын. Ты убил моего брата. Ты знаешь, кто я, ублюдок? Я чокнутый нигериец, мне все нипочем. Я таких, как ты, на куски рвал. Давай, иди сюда. Поднимайся, сукин сын. Он убил тебя, Була. Теперь я убью его. Хочешь мне глотку перегрызть, сукин сын? Хочешь в горло мне вцепиться? Да я сам тебя порву, гад. Я чокнутый нигериец. Я чокнутый, ясно? Ты убил Була. Ты убил моего брата. Була. 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 Быстрее, быстрее! Выход там! Быстрее, девочка, туда! Сукин сын! Идем, Меркюди, все кончено. Отвали. Господи, нет. Не может этого быть. Черт, мы окружены. Стой, стой, дай сообразить сейчас. Подвал, подвал. Идемте, выберемся через подвал. Давайте, быстрее, быстрее. Я их тут задержу. Не делай этого, мальчик. Пусть остается. Ты не обязан это делать. Идем. Позаботься о ней. Ну бегите же! Бегите! Налетайте, подонки!
Черт, они везде. Скорее. Это здесь. Здесь. Я вас прикрою. Я прикрою вас. Живей, живей. Быстрее. Черт, они хуже мух навозных. Заткнись. Где тут твой выход? Где выход? Здесь есть дверь на улицу, там, с той стороны. Ты уверен, старик? Не забудь, что легавый жертвует собой ради тебя. Он нам больше не нужен. Вы же одна семья. Мне плевать. О, черт. Так они сюда таскают мертвецов? Похоже на братскую могилу. Нет. Это их кладовка. Да уж, есть чем поживиться. Молодец, девочка. Черт, сматываемся быстро. Проклятие! Мертвецы оживают! На помощь! На помощь! Вот черт! Проклятие! Путь свободен! Бегите! Скорее, скорее, ребятки! Поторопитесь! Черт, девочка! Девочка! Живей! Не отставай, девочка!
Ну все, покойнички, сейчас будет жарко. Проклятие, патроны кончаются. Маркюди! Давайте живее, дети! Мотайте скорее, бегите отсюда! Живей! Да откройте же вы эту дверь, наконец! Черт! У меня все, ребята. Боеприпасы кончились. Все. Гранату. Гранату, мне живо. Давай скорей. Нет. Нет инфаркта же, Рене, помирать. На войне, как на войне, твари. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Я тебе покажу, арткор! Страшный ты, тварь! Нет. 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 Авторы сценария Арно Барда, Яник Дехан, Стефан Муассакис, Бенджамен Роше. Оператор Жульен Мерис. Композитор Кристофер Леннардс.
Продюсер Рафаэль Роше. Фильм озвучен на студии СВ Дубль по заказу компании «Новый диск». Enfant soldat, sans état d'âme. Moi, casse mon troisième bras. J'aurais préféré me tuer que dans ma CK. Et je m'adapte. Je lutte pour ma survie dans les ghettos de Lagos. J'ai fait mes buts de 50 négros. Pourtant, je ne suis qu'un gosse. Mes deux grands frères sont à Panama. Ce qui paraît, c'est hardcore. La capitale de la mode est devenue la capitale de la mort. Les Frollo, Boula et Adewale sont fous mais forts. 666 veuves peuvent en témoigner. Quand les guns sortent, c'est crac-crac. Ça pue le traquenard. King Kong et Pac-Man s'allient contre Dracula. Les reufs ont fait sauter le caisson du chouffe. Tenu les keufs en joue. Une vraie histoire de fou. La tête dans la chenouf. Les couilles dans les chargeurs du pont. Bim bim. Les zombies en gros. Une histoire de Nombo. La paranoïa t'invente des faux frères. Comme Joe. C'est l'alliance de la mort. C'est la horde. C'est dangereux pire que les 36 jambes du Wu-Tang. C'est une story de ouf de dingue. Sont pas à la traîne. Cruel, sanglant, violent comme se couper les veines. Ça m'almène. Ouais, c'est la horde. M'amène une équipe de chiens et de chiennes. Sans arbitre que les hyènes. Plus un virus qui décime. S'envoie les lois sur le bitume. La horde, c'est beaucoup de victimes. Star de gangster dans le game. La horde, c'est le bordel. La horde, c'est mortel. J'suis juste encore un de plus qui cherche le rêve américain en Europe. Encore un de plus qui cherche qui fout le drap. Même quand c'est cool. Perturbé dans ma tête depuis que j'suis mon vu ce que j'subis au pays. Dieu merci, mon grand frère était là, j'peux que le remercier. Sois sûr qu'on est pas venu en bateau. On est venu, on a vu, on a gâté. Jiménez, on te l'a sauté, on t'a torturer leur taupe, leur indiquer tout ça sous CC. On n'a pas fait d'en négocier petit si ça c'est la signature Marcouti. Bola, c'est moi le bordel, mais ce bordel c'est pire que les bolas. Quand y'a des keufs qui font dans leur benne, t'entends un mort qui fout le boucan. Après la vie, c'est la horde. Et si t'as pas les coronesses bien accrochées, fais gaffe, ça mord. La horde, c'est grave. Comme les succursales de grave, dégueu, c'est grave, dégueu. Explose des gueules pour s'en sortir. C'est grave, le spell, ça casse tes bouches. Si, si, c'est bien ça, c'est bienvenu dans la horde. C'est dangereux pire que les 36 jambes du Wu-Tang. C'est une story de ouf de dingue, sont pas à la traîne. Cruel, sanglant, violent comme se couper les veines. Ça m'almène, ouais c'est la horde. M'amène une équipe de chiens et de chiennes. Sans arbitre que les hyènes. Plus un virus qui décime, s'envoie les lois sur le bitume. La horde c'est beaucoup de victimes. Full star de gangsters dans le game. La horde c'est le bordel, la horde c'est mortel. Si on pouvait tous revenir trois fois plus fort après la mort. Comme les vampires, les baldringues se susciteraient à la chaîne. Maintenant tu le sais que deux soldats qui se font la guerre. Ça donne une armée divisée, condamnée à se faire défoncer. C'est un mix de famille, infamie, coup de sevier, phobie. C'est la horde, à quelle fin t'attends-tu? Ambiance sordide, fusillade assortie. Après le lièvre et la tortue, voici les ouf et la tortue. Dans cette course contre la mort, dans ce capharnaüm, on s'est associé avec l'ennemi. Vu que l'ennemi de mon ennemi n'est pas mon ami. Pour survivre de ce chaos, faut sacrifier les plus faibles, sinon c'est mort. Ferme les yeux, bouge tes oreilles, c'est trop sanglant, trop violent. Coucher les âmes sensibles et les petits enfants. La horde c'est grave, c'est comme la pierre contre le fusil. Une guerre perdue d'avance, mais on va en emporter. Sois sûr qu'avant de partir, on va en emporter. Des kills et des kills et des kills et des masses de barbac. Certains sont sur le macadam. La horde sera gravée, grave. La horde c'est grave, grave. C'est dangereux pire que les 36 jambes du Wu-Tang. C'est une story de ouf de dingue, sont pas à la traîne. Cruel, sanglant, violent comme se couper les veines. Ça m'almène, ouais c'est la horde. M'amène une équipe de chiens et de chiennes. Sans arbitre que les hyènes. Plus un virus qui décime, s'envoie les lois sur le bitume. La horde c'est beaucoup de victimes. Full star de gangsters dans le game. La horde c'est le bordel, la horde c'est mortel.